«Резиновая тетя». Новую «Мисс Москву» захитили в сети. Корона конкурса «Мисс Москва» в этом году досталась 24-й летней переводчице из Белоруссии Ане Янковой. Уроженка Могилева произвела неизгладимое впечатление не только на жюри, но и на аудиторию. Известный журналист Михаил Шахназаров заметил, что над внешностью красавицы поработали пластические хирурги. Телеграм-канал Немалахов с сарказмом охарактеризовал Янкову. «Встречайте новую мисс Москву с дутыми губами, наращенными ногтями, ресничками и архитектурой бровей». Печальным фактом автор публикации признал то, что многие пользователи соцсетей решат, что эта вот резиновая тетя является эталоном красоты. Помимо прочих достижений, новая мисс Москва явно конкурирует с Волочковой, переводчица демонстрирует растяжку под стать фирменному шпагату балерины. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Девчоночки, хотите готовить вот такие шикарные разнообразные завтраки каждое утро, при этом легко и просто, из понятных ингредиентов? Приходите на мой бесплатный вебинар, прямо вот здесь внизу ссылочка, и мы с вами научимся делать такое дома быстро и разнообразно, кушать с утра.